О, тут светлее. Посветите туда, пожалуйста. Первый знает, что тут должно быть. Раз ремни были, значит, какой-то двигатель когда-то был. Ну, тут-то камера и камера. Ничего мы тут не увидим. Ну все, пошли потихоньку отсюда. Вот какой-то Улыбайся. Там пройду. Решен один из важных проблемных вопросов. Брестским ДЭП приобретены 2 единицы специализированной техники для очистки акватории пляжа от водной растительности. Кроме того, в зонах отдыха дополнительно установлены 5 биотуалетов. К новому сезону достаются такие задачи. Это развитие инфраструктуры и оборудования в соответствии с санитарными нормами и правилами зоны отдыха Красный Двор, подвод питьевой воды из зоны отдыха Красный Двор и пляж Центральный, левый берег реки Муховец. Своевременная замена малых архитектурных форм биотуалетов, организация проката пляжного оборудования на всех пляжах. Таким образом, перед Брестским городским ЖКХ и заинтересованными стоит задача к 1 мая качественно и своевременно подготовить зону отдыха к купальному сезону. Ну вот, в принципе, и все, наверное, вся камера.